практического совета. Своей миссии дать каждому возможность реализоваться, продвигать свои идеи, улучшить. Например, на следующей неделе я начал класс, набравший наибольшее количество. Как уже Бег Снедер сказал, как просто возможно в этом году сможем устроить какое-то посещение приютов для животных. В прошлом году, летом, сделал приложение для телефона, которое вы себе можете скачать.